Тема «Вовлечение местных жителей и приезжих в продвижение туризма регионов». Ну, я очень благодарна Республике Чувашия за то, что меня пригласили на этот действительно, я считаю, крутой форум, и выхлоп от него будет просто замечательный. Мы хотим сделать туризм и гостеприимство индустрии, и вместе мы это сделаем. Мы должны, во-первых, определить объекты. Значит, театры. Театр сейчас у нас. 30 тысяч, если все предприятия зайдут. Ничего важнее сейчас в мире нет того, что мы собрались. Уже здесь. Этот туризм на Волге, я думаю, что мы разовьем, и Мурманская республика, город Чебоксар, будет самым привлекательным городом. Я вижу здесь многих людей, которые в это вкладываются многие годы. Это мне видится очень интересный ваш проект. Уж там рядом в Козловке находится дом-музей Лобачевского. И мне кажется, что какой-то национальный колорит, да. Любая движуха, связанная с развитием туризма и выработкой стратегии развития туризма, это очень хорошо. И хорошо, что эти мероприятия проходят на сегодняшний день с помощью федеральной поддержки и республиканской. Надеюсь, что количество туристов в республике станет больше. И культура, и туризм – это наши с вами дети, внуки, которых надо обеспечивать. У любого предприятия выручка больше, чем бюджет Министерства экономики. Поэтому, если мне это интересно, если я хочу заработать... Качество упакованный продукт, который ты привезешь, ты точно знаешь, что именно этот уровень ты получишь. Национальные стандарты гостеприимства. Это обязательно. Это по всем сферам. Мы говорим о стандарте, высоком протоколе. Это единый глобальный маршрут, где будет он объединен, будет вот таким. Сейчас я загорелся от реализовывать подобные проекты в Мариэл. И с легкостью готов делиться этой информацией для соседней дружественной Чебоксар Чувашии. Вот это нам обойдется 1-1.5 миллиона. Потому что мы находимся в таких экономических отношениях, когда все должны от кооперации получать выгоду какую-то. И уж не в обиду городу тоже хочу сказать, та структура, которая сегодня есть, но желает лучшего, да. У нас просто такая сейчас уникальная среда для того, чтобы сделать просто радикальный переход. Человекоцентричность должна лежать, на мой взгляд, в основе всех наших позитивных изменений, о которых мы сегодня говорим. Готовится национальный проект «Туризм». Будут выделяться огромные средства. Если мы хотим идти вперед в будущее, то мы никак не можем отставать от того, что есть сейчас.